7 и 8 декабря муниципальное бюджетное учреждение Институт развития города при поддержке Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета проводит воркшоп формирования модельных регламентов для типологически разных территорий города. С участием академика отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрия Наринского. В рамках этого двухдневного воркшопа мы будем разрабатывать градостроительные регламенты для исторической части Казани. И мне кажется, что это очень важно с точки зрения развития города и навыков молодым специалистам практической работы с городской средой. Основной целью мероприятия является обучение навыкам самостоятельной разработки градостроительных регионов для различных типологий городской среды. Очень важно развиваться в этой сфере, и поэтому очень ценно послушать такого профессионала, и, естественно, это уже будет в формате как практика, то есть мы параллельно и слушаем, и сразу применяем знания на территории, которую мы изучили предварительно, поэтому я считаю, это очень важно для архитекторов, градостроителей повышать свой скилл вот такими событиями. Воркшоп также можно будет посетить 8 декабря. В рамках мероприятия пройдут лекции о принципах дифференциации территорий и формирования градостроительных регламентов, а также практические занятия для студентов. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.